Здравствуйте, уважаемые. Согласитесь, часто бывает такое, что вот приходите вы кому-то в гости, и вроде бы все нормально, да, чувствуете себя комфортно. Но бывает, заходите кому-то домой, а там прям печаль, да, страх, негатив, отвращение. А все дело в энергетике помещения. Плохая энергетика приводит не только к усталости, но и ссорам, утечке денег, болезням, даже развалу семьи. Итак, давайте поговорим о очищении от негативной энергии. Ну, во-первых, признаки скопления негативной энергии в доме. Появились тараканы и другие вредные насекомые. Пропадают и теряются вещи. Часто болеют члены семьи и домашние питомцы. Не растут и гибнут растения. Часто перегорают лампочки и электроприборы без явных на то причин. Протекают трубы. Часто ломается сантехника. Сами собой хлопают двери и форточки. Появляются неприятные запахи без источника. Частые конфликты в семье. У жильцов апатия ко всему вокруг, постоянная усталость. Плохие сновидения, сон не восстанавливает силы. В гостях побывал недоброжелательный, завистливый человек. В доме, не дай бог, кто-то умер. А возможно, до того, как ты поселился, в доме жила неблагополучная семья или случилось какое-нибудь преступление. Если есть пункты, которые совпадают с тем, что, не дай бог, конечно, происходит у вас дома, необходимо задуматься о том, как излечить свое жилище. Не пугайтесь, все методы достаточно просты и не требуют там вмешательства каких-нибудь потусторонних сил. Итак, как избавить дом от негативной энергетики? Первое. Очищение собственной энергетики. Ты сам можешь принести негатив в свой дом. Чтобы очистить свою энергетику, нужно принять душ, но не обычный, а с солью. Соль является проводником энергии и способна ее накапливать. А в сочетании с водой смывать. Принимая душ, натри тело обычной солью, помассируй и хорошенько смой. При этом ты должен быть в хорошем расположении духа и думать о том, как избавляешься от всего плохого. Поверь, вам сразу станет тепло и светло на душе такой процедуры. Далее избавьте дом от ненужного. Все вещи имеют память и способны накапливать энергию. Именно поэтому нужно вовремя избавляться от ненужных предметов, особенно если с ними связаны неприятные воспоминания. Помните, все, что используется больше года, накапливает негативную энергию. Перед началом избавления от ненужных вещей открой в доме все окна и двери. Сквозняк уберет весь негатив. Надень простую, но опрятную домашнюю одежду. Не надевай украшения и будь в нейтральном настроении. Избавься от всей надбитой посуды, даже если на тарелке маленькая царапина. Также не храни ее в грязном состоянии. Старую одежду либо сдай в мастерскую, либо просто выброси. Следи за батарейкой в часах. Они не должны вообще останавливаться. Теперь приступай к зеркалам. Протри их влажной тряпкой по часовой стрелке. Количество кругов зависит от того, сколько лет зеркалу. Если цифру ты не помнишь, то сделай 13. Если в доме есть старые зеркала или оставшиеся от прежних жильцов, но желательно от этих вещей просто избавиться. Окропление и окуривание. Подготовь тазик с талой или святой водой, но не водопроводной. Окропи ее аккуратно помещение и помой затем руки. После этого подожги веточки сухого зверобоя и пронеси их по всем углам жилища. Очищение с помощью свечи. Понадобится церковная свеча, возьми свечу и надень на ее небольшой кружок, вырезанный из белой бумаги. Зажги свечу и начинай движение от входной двери главных ворот негативной энергии. Хорошенько обработай свечой глазок двери и всю ее поверхность, не забывая про ручки и звонок. Затем переходи к обработке внутренней стороны двери, делая все то же самое. Далее двигайся по периметру дома по часовой стрелке. Удели особое внимание окнам, зеркалам, углам, вешалкам, а также компьютеру и телевизору. Ведь на них скапливается очень много энергетической грязи. Когда ты закончишь очищение дома свечой, у тебя на блюдце окажется одна или несколько сгоревших свечек. Немедленно их выброси в мусорку.
не оставляй в своем доме. Вот так вот, друзья, можно избавиться от негативной энергии дома. Но, по крайней мере, можно попробовать. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. Счастливо!